Аня, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю оставаться всегда таким же позитивным, жизнерадостным, самое главное, заботливым человеком. И несмотря на все наши с тобой недопонимания, я хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Анна, привет! Хочу тебя поздравить с днем рождения, и мы с твоим братом с Анатолием тебя поздравляем. Желаем здоровья, любви, счастья, гармонии во всем, чтобы у вас прекрасные были отношения с Анатолием, и всего хорошего. Кирилл, группа Иванушки. Анечка, поздравляю вас с днем рождения, пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты. Анна, поздравляю вас с днем рождения. Вы безумно счастливый человек, вас окружают замечательные люди. Ваш брат действительно заслуживает похвалы. Я думаю, что все, кто окружает вас, вас также искренне любят, о вас заботятся. И пусть так будет каждый день вашей счастливой жизни. В вашем новом году я искренне желаю вам много путешествовать, удивляться, узнавать что-то новое и при этом каждую секунду вашей жизни чувствовать себя кому-то нужной, ощущать на себе заботу и крепкую руку друг друга. Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, и каждое утро ваше пусть начинается с улыбки. И как говорят у нас на русском радио, пусть все у вас будет хорошо. С днем рождения! Здравствуйте, уважаемая Анна. Я Андрей Мерзликин, я хочу поздравить вас с днем вашего рождения, пожелать вам здоровья, добра, счастья, улыбок, Божьей помощи на долгие годы и на добрые дела. И не забудьте поблагодарить вашего брата Анатолия. Это он сделал вам этот замечательный сюрприз. Что я сделал с радостью, с удовольствием, потому что когда брат любит и уважает свою сестру, это очень важно, и это о многом говорит. Будьте здоровы, будьте счастливы.